Вітіскоп. Слава Глазков, класний боксер, супертяж, он уже в десятке по многим престижным версиям. Вот. Но что касается вывода его на бой с Владимиром Кличко, то тут я особых перспектив не вижу. И, в общем-то, мало кто заинтересован в этом поединке, наверное, да. Да и мы, наверное, не должны быть заинтересованы. Два украинца, в общем-то, в ринге тут никому не интересно. Тем более, что Владимир Кличко у нас король супертяжелого веса. Пусть лучше бьет там каких-нибудь, в общем-то, иностранцев, да, скажем так. Ну, вот. Ну а в любом случае мы за Глазкова будем болеть, посмотрим, что у него будет дальше. Он на своем уровне может классные бои демонстрировать. И, в общем-то, с тем же Поветкиным, если он встретится. Да и там хватает соперников, чтобы были интересные бои. Ну, перспектив его боя с Владимиром Кличко пока я не вижу надобности в этом. Вітіскоп. Спортивне відео.